Что было до стояния у горы Синай? Вы думаете, это было написано для маленьких детей? Было написано быть хорошими детьми, объединиться, как единый человек с единым сердцем. Рабби Акива тоже говорил такую красивую фразу: «Возлюби ближнего, как самого себя». Это что, Тора или какая-то книга морали, уставов по поведению для воспитательницы в детском саду? Или речь идет все-таки о принципах мира? Нужно понимать, что в таких фразах, в таких мягких выражениях и красивых, как бы, они передают нам очень сложное, тяжелое, принципиальное исправление, которое мы должны принять на себя. И это стоит нам сил и крови прийти к этому. И все проблемы, войны и страдания — это потому, что не выполняются несколько таких красивых фраз. Всего-то там. Любовь к ближнему, даже не любовь к ближнему, назови это соединение душ, когда здесь, находясь в нашем мире, мы этими должны заниматься. Души наши разбиты, то есть они являются частями единой души Адам Ришон, и мы должны собрать их воедино. В мире этого объединения ты начинаешь чувствовать все больше свет, находящийся в них, в их объединении. Поэтому это называется кли, которого достигают. Так что, конечно, стоит думать только об этом.